дошли? Каким будет после реконструкции железнодорожный вокзал краевой столицы? От мечты к реальности. В Бийске скоро начнут строить Ледовый дворец. Мужчин Барнаула сегодня поздравляли и дарили подарки, а что они сами хотели бы получить в подарок? Наши новости начинают работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Барнаульских депутатов будут учить заполнять декларации о доходах. Такое решение было принято сегодня на первом в этом году заседании Барнаульской городской думы. Экспресс-курсы организуют из-за того, что финансовые документы трети народных избранников краевой столицы за 2017 не прошли прокурорскую проверку. Более того, дела 5 депутатов сейчас рассматривают в суде. И если их неуказанные доходы и имущество признают значительным нарушением, то лишат мандатов. Чтобы не повторить ошибок в будущем, депутаты Барнаульской гордумы ознакомят с новыми правилами подачи информации о доходах. Экстренный курс запланирован на следующую неделю. Проводить его будут представители краевого правительства. Сегодня в гордуме приняли также протест прокурора о непрозрачной трате ежемесячных компенсаций депутатов. Их сумма, напомним, 6 тысяч рублей. Все представители «Единой России» от такого бонуса уже отказались. Для тех, кто в выплате нуждается, разработают систему отчета. Другие фракции свое решение пока не озвучили. А это решение уже озвучено. Главный железнодорожный вокзал края ждет реконструкция. Через несколько лет, обещают разработчики, пассажиры его не узнают. Но изменения коснутся лишь внутреннего интерьера и планировки. Краевой Минтранс объявил о начале разработки проекта реконструкции. Каким будет вокзал будущего, пока не знает никто. А наша съемочная группа попыталась разобраться, каким он точно быть не должен. Все пространство у нас ушло здесь в какие-то обходные коридоры, и в центре у нас большой спуск, лестница вниз. Теснота – главная характеристика центрального холла краевого ЖД вокзала. Жалобы пассажиров озвучивает известный архитектор города Александр Деринг и добавляет: здесь элементарно темно. Интерьер должен быть светлый, современный достаточно. И вот обилие вот этого гранита, мрамора должно быть, наверное, здесь минимально, не так много, как здесь. Здесь его очень много, оно больше даже занимает визуальное место. Камень давно заменяют стеклом, торговые киоски убирают, вот и дополнительное пространство. Это общие тенденции общественных объектов. А еще доступная среда, не только пандусы, и удобства как для инвалидов, так и для здоровых людей. Пандусы, ну вот эскалаторы, да, подъемники, лифты, автоматические двери должны быть, чтобы люди с чемоданами беспрепятственно могли проходить. Можно бы вход и выход делать как бы отдельно. Тут, как я поняла, нет лифта, это неудобно. С сумками по лестницам туда-сюда. Мнение пассажиров должно быть учтут. Им виднее. В год вокзал обслуживает около 8 миллионов человек. Так, несколько лет назад общественность забраковала его реконструкцию в виде космодрома из-за необходимости сноса старого здания. В этот раз люди смогут корректировать вопросы изменений исключительно внутри объекта. А вот внешний облик вокзалов реконструкция не затронет, потому что старому зданию вокзала, которое сейчас не используется 103 года, это памятник архитектуры, и под его статусом весь железнодорожный комплекс, в том числе и новое здание вокзала, которое немногим моложе, ему 70 лет. Оба объекта останутся на месте неизменными. Оба вокзала соединят переходом, подземные пешеходные пути к платформам обещают продлить. Главные изменения произойдут на площади, ее озеленят, парковку перенесут и расширят. Чтобы привокзальная площадь, на самом деле, из такой большой парковки стихийной, и, ну, сейчас более-менее уже у нас организованной, превратилась все-таки в место притяжения, желание у людей выйти, сфотографироваться, посмотреть, и первое представление о городе, чтобы было самое прекрасное. За разработку проекта отвечают в Западно-Сибирском отделении железных дорог. На это дано 2 года. Тогда и определяют примерную стоимость перемен. Зеленую площадь и удобный вокзал барнаульцы должны увидеть через 5 лет. Анастасия Дороган, Николай Шилко. Наши новости. Ехать на вокзал, а оттуда в больницу не придется. Это я о жителях некоторых сел и деревень края. Больница сама подъедет к дому, а фельдшер позовет на прием. 9 районных клиник края получили уникальные мобильные ФАПы. До этого в регионе была только одна подобная машина. В Первомайском районе передвижной медцентр уже начал работу. Теперь он ездит по малонаселенным и труднодоступным районам. В пути, правда, всякое может случиться. Андрей Дриер знает. На плановый выезд он отправился вместе с врачами. Сейчас по кольцу и во второй поворот будет. Не по трассе. Да.
Это первый выезд Сергея Панкова на мобильном фельдшерско-акушерском пункте. Примерно за 15 лет в медицине Сергей успел побывать фельдшером и в скорой помощи, и в сельском ФАПе. Теперь эти профессии, по иронии судьбы, соединились в одну. В принципе, что ты там отвечаешь сам за себя, за действия, что ты здесь, то есть ты здесь тоже без помощи, то есть ты один здесь. Там неотложная помощь, а здесь уже долгосрочная помощь, то есть здесь уже лечение, то есть ты назначаешь уже сам лечение, то есть потом уже видишь результат. Мобильный фельдшерско-акушерский пункт призван добираться в места, где своих медработников просто нет. Часто доехать до них нелегко. Поехали. Народу много, вытолкаем по ним. Пошутил. А машина таки села в сугроб, да еще и посреди леса. И это в первый выезд Сергея. Но такими мелочами человека с 10-летним стажем на скорой не напугать. Берут трактора, надо нам. Вот так этот почти героический уже ФАП добирается до населенного пункта Лесной. Сошли с колеи, и вот уже сидим в сугробе носом, а могли, кстати, оказаться вообще вон там. Сейчас кто-нибудь бы еще ему помог, и он поедет помогать людям. Помогать приехали пожарные. Все по законам жанра. Сначала сами чуть в сугроб не сели, потом порвался трос. Пожарные достали свой трос, теперь уже стальной, и вроде получилось. Потихоньку выворачивай потихоньку прям. Да не сюда, В итоге вытащили. Теперь снова в путь лечить людей. ФАП нужен в селах с населением 100 человек и меньше. Например, здесь, в поселке Лесной, вообще живет 15 семей. Раньше нужно было ездить в районный центр. Теперь клиника приезжает к ним сама. Тонометры, глюкометры, то есть термометры, то есть все находится здесь. Фельдшер все фиксирует, назначает лечение, через 2 недели вернется и проверит. По плану приезжать в отдаленные труднодоступные села этот фельдшерский пункт будет 2 раза в месяц по расписанию. Повезло не только Первомайскому, но еще 8 районам. Кстати, жителям Первомайского района повезло не только с оборудованием. Фельдшер скорой помощи Сергей Панков несколько лет назад реанимировал, то есть спас жизни 3 людей. Так что сельчане за здоровье точно могут не переживать. Андрей Дриер, Николай Шилко. Наши новости. Продолжим. Нового исполнительного директора Союза промышленников накануне выбрали на очередном заседании представителей крупнейших заводов, регионов, вузов, банков. Им стал Виктор Мещеряков. Ежегодная встреча на этот раз проходила на территории бийской фармацевтической компании «Эвалар», где открывается производство теперь и лекарственных препаратов. Здесь будут выпускать до 6 миллиардов таблеток и капсул в год. Выручка от реализации продукции по холдингу «Эвалар» составила чуть больше 10 миллиардов рублей. Из них объем произведенной продукции отгруженный 8 миллиардов 400. На экспорт ушло продукции 750 миллионов, и за прошлый год мы увеличили экспорт на 10%. Где-то в 26 стран уходит продукция. Представители Союза промышленников признают, что без хорошей мотивации нет хорошего производства. Необходимо искать надежных инвесторов и участвовать в федеральных программах. Вновь избранный директор Союза отметил, что одна из главных задач на сегодня – привлечение большего количества субсидий. Для этого необходимо активнее представлять свои проекты на высших уровнях власти. На коньках к мечте в Бийске обсудили строительство Ледового дворца. Совещание прошло с участием министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, депутата Государственной думы Александра Прокопьева, главы города, тренеров и общественности. Окончательное решение о начале реализации большого проекта будет принято ориентировочно через месяц. О том, где планируется возвести арену с искусственным льдом, расскажут наши бийские коллеги. Ноябрь 2015 года. По просьбе Александра Прокопьева в Бийск приехал олимпийский чемпион по хоккею, звезда мирового спорта Владислав Третьяк. Кумир миллионов по достоинству оценил успехи бийских хоккеистов и заявил, чтобы дальше развивать этот вид спорта, необходима современная инфраструктура. Началось все с малого. Благодаря фонду социального содействия Александра Прокопьева была проведена масштабная реконструкция хоккейной коробки на АБ. Здесь уложили новое асфальтовое покрытие. Появились трибуны, борта, ворота, табло. Однако заниматься на естественном льду всего 4 месяца в году этого недостаточно. Сегодня городу нужен ледовый дворец. Чтобы оттачивать свое мастерство, фигуристы и хоккеисты могли не только зимой, но и летом. Пришло время, и откладывать дальше уже больше некуда.
Я считаю, что это прям вот, ну, необходимая такая инфраструктура, которая должна быть в городе. Построить объект планируется рядом с городским дворцом культуры, на месте, где сейчас находится стадион «Прогресс». Вопрос с приобретением разрушенного спортивного сооружения уже решен. Выделены 20 800 000 рублей на выкуп стадиона «Прогресс». То есть процесс формирования нового спортивного комплекса, по сути дела, запущен. Ледовый дворец – проект для Бийска долгожданный. О нем говорят последние 10 лет. И только сейчас от пустых разговоров перешли к реальным делам. У Наукограда есть все шансы на то, чтобы исполнить мечты бийских фигуристов и хоккеистов. Мы, наверное, вот так скрестим пальцы, чтобы через какое-то время, да, уже объект появился. Не будем говорить, да, там, вот сейчас о том, что все это произойдет, но мы очень близки уже к тому историческому моменту, да, когда мы это должны получить. Сразу после совещания в горадминистрации участники отправились на стадион «Прогресс», где, возможно, уже в скором времени в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни» начнется большая спортивная стройка. Я думаю, что строительство такого инфраструктурного объекта – это действительно прогресс. Проект будущего спортивного центра уже имеется. Он даже прошел государственную экспертизу. Ледовый дворец будет серьезным подспорьем для того, чтобы выращивать действительно по-настоящему серьезных спортсменов и воспитывать детей, которые будут побеждать на самых крупных турнирах и в России, и за ее пределами. Трибуны Ледового дворца рассчитаны на 250 человек. Также здесь будет два больших спортивных зала, буфет-столовая. Не забыли разработчики и о маломобильных гражданах. Для них обустроят пандусы и специальные помещения. Вот все это в целом даст изменение образа жизни большинства бичан. Поэтому я голосую двумя руками и поддерживаю этот проект и от лица всех своих избирателей. Кроме того, Ледовый дворец позволит проводить в Бийске масштабные спортивные соревнования. Причем не только регионального, но и всероссийского уровня. Чего сегодня так хотят многие хоккеисты и фигуристы. Сейчас спортивный объект с искусственным льдом – только мечта, которая в ближайшие годы, возможно, станет явью. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Бийск специально для наших новостей. Но в Барнауле сегодня утром каток, правда, немного подтаявший, стало напоминать центральная дорога краевой столицы. Все потому, что в районе пересечения улицы Никитина и проспекта Ленина вода хлынула потоком из одного из канализационных люков. На место приехала бригада водоканала, которая начала устранять повреждения. Правда, в пресс-службе предприятия нам так и не дали точный ответ, что же в итоге произошло. Впрочем, судя по объемам воды, вряд ли это был засор. Главное, что в итоге ни один дом не попал под отключение, как это было неоднократно пару недель назад. Уже завтра мужская половина нашей страны отметит День защитника Отечества. Кстати, для тех, кто не помнит, назовем лишь несколько цифр. В годы Великой Отечественной войны защищать страну отправились более 400 тысяч жителей края. Почти 4 тысячи наших ребят были в Афгане, 15 тысяч в Чечне. Так вот, защитников Отечества, бывших и будущих, поздравлять начали уже сегодня. Приподнятое настроение чувствовалось повсюду. О настроении не только, расскажет Ирина Корчагина. Не нарушайте правила дорожного движения. Мы хорошо. Законопослушные граждане. Хорошо, тогда возьмите. Наверное, водители впервые рады, что их остановил сотрудник ГИБДД. Сегодня есть повод. Госавтоинспекция поздравляет мужчин с наступающим праздником. На календарях, которые дарят детские рисунки. Многих акция удивила и подняла настроение. Всегда соблюдайте правила, берегите себя и своих близких. Сегодня же почетными грамотами наградили 10 военнослужащих Алтайского края. Для них 23 февраля в первую очередь День Красной Армии. Почти каждый отдал родине более 30 лет жизни. Губернатор региона поблагодарил мужчин за многолетний труд и отвагу. Вся моя жизнь была посвящена после школьной скамьи вооруженным силам. Ну и до сих пор продолжаю передавать свой опыт молодому поколению, нашим студентам. Ну и какой же праздник без подарков? Мы решили узнать, что мужчины хотели бы получить на 23 февраля. Я бы хотел, чтобы пришел диск одной группы, который я заказал. Ну, то есть музыкальный. Можно топор, знаете, такой.
походный, складной, ну, домашний. Не мясо рубить, а так, чтобы с собой всегда носить. Новую машину. Его нужно вкусно на завтрак покормить, обедом удивить, ну и ужин романтический тоже, я считаю, прекрасный подарок. Кстати, завтра в одном из торговых центров Барнаула пройдет первый в истории города чемпионат бородачей. В другой торговой точке выберут супермена Барнаула. Так что праздник, в центре которого мужчины, продолжается. Ирина Корчагина, Александр Антропов, Алексей Фризин. Наши новости. Ну а какой будет погода в праздничный день, расскажем прямо сейчас. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На территории региона станет еще немного прохладнее, но практически везде будет ясно и солнечно. До 10 морозов в Бийске, 6 ниже 0 в Рубцовске, 4 в Белокурихе. В Барнауле ночью до 13 мороза, днем до 5 ниже 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. У меня на этом все новости. До встречи.